Наш музей выкупал эти иконы в антикварных лавках. Есть иконы, которые приносили наши горожане в музей для сохранности, потому что икона действительно, вот, например, в какой-то семье может постепенно затеряться, пропасть, испортиться, а в музее она будет храниться долгие века. У нас Когалым город молодой, и увидеть старинные предметы в Когалыме на самом деле это редкость. А вот эти иконы, они действительно могут для нас очень многое рассказать о жизни наших предков, об их ценностях, об их культуре, о том, что было для них действительно важно в этой жизни.